Проверим всех. Одесская полиция опровергла слухи об охоте на авто с евро-номерами. Говорят, останавливают без оглядки на номер, чтобы снизить количество ДТП и уровень преступности в целом. Изучают документы водителя, могут проверить, нет ли в багажнике наркотиков или оружия. А таможенники и пограничники нужны на случай, если у машины иностранная регистрация. Ведь только они имеют право проверить, законно ли авто находится в Украине. В полиции напомнили, что автомобилями с евро-номерами часто пользуются преступники. И тому присутність митника дуже важлива. Він може це все з'ясувати, на якій підставі везено цей автомобіль, оперативно, прямо на місці, не затримуючи особу. Якщо це автомобіль знаходиться незаконно, він ставиться на штрафмайданчик, особа з задоволеним лицем йде додому.